Легкий бетон из цемента и остатков древесины начали делать в Березовском. Там запустили инновационную линию по производству стройматериала «Арболит». Действует новая линия в цехе безотходного производства. Нужно отметить, что он пока единственный в регионе. На заводе древесина используется активно. Из нее изготовляют шпалы и столбы ЛЭП. Специалисты утверждают, отходов от лесоматериалов много, а утилизация их невыгодна. Теперь из отходов делают доходы. Остатки древесины перерабатывают, их производят из них стройматериалы, причем достаточно дешевые по цене. Те блоки, которые будут там выходить уже арболиту, они будут использоваться в деревянном домостроении. Цена там, соответственно, даже с бризолитом очень выгодно отличается, почти в полтора раза ниже стоимость.